Более 400 тысяч подписей собрано под петицией за запрет абортов в рамках кампании «Движение за жизнь», передает Интерфакс. Наряду с этим, благодаря программе противоабортного консультирования «Спаси жизнь», реализуемой этим движением совместно с Синодальным отделом по благотворительности, за два года родилось 4878 детей. В настоящее время во многих храмах России по инициативе «Движение за жизнь» идет сбор подписей за законодательную защиту жизни человека с момента зачатия. Всего инициаторы акции планируют собрать 1 000 000 подписей, которые затем передадут федеральные органы власти. Ранее подпись под упомянутой петицией поставил патриарх Кирилл, что вызвало оживленную дискуссию в обществе.